после съемочного дня немножко решили прогуляться. Когда еще мы походим по этой земле? И вот смотрите, какие виды красивые здесь растут. Вот мы их ищем. Не только мы. А вот смотрите, но там дальше будет их много-много. Вот. Мы идем туда. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. Да-да, вернее, нет. Я уже рассказал. Вот они. Вот они. Грейпфруты. Ой, как много. Ой. Вот сюда. Право, влево. Мы знаем, где право и где лево. Работает. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. А вот урожай насобирала. А? Хочешь есть грейпфрут, умей его носить. Да. Скучайте по нам, скажите честно, хоть чуть-чуть. Высоко. Обалдеть. Так высоко мы еще не забирались. Красиво как. Вы понимаете, что я вам максимально снимаю природу, чтобы передать атмосферу, в которой мы находимся, потому что мы просто на краю. На краю света. Днем тут очень тепло, ночью холодно. Там у нас там будет кое-что. Класс. Обалдеть. Мои хорошие, вы знаете и видите, как я всегда работаю на износ. Но есть очень важный момент, о котором нельзя ни в коем случае забывать. Это о своем здоровье. И в этом мне поможет витаминный комплекс VitaBox, который, кстати, еще очень удобно брать с собой, что я и сделала. Смотрите, в одном пакетике есть все витамины, которые необходимы нам в течение дня. Больше подробностей по свайпу. И в инстаграме VitaBox. Классно была съемка, просто с шикарным видом. И смотрите, как тут атмосферно. Как тут атмосферно. Мы даже успели поиграть в шахматы. Бегемотик. Это жирафики. Вот они. Мы их видим каждый день. Деревянный домик. Это вот я вам показывала, да, уже? Вид какой шикарный. И что
удивительно, тут даже есть бассейн, на который мы просто смотрим, потому что мы работаем нон-стоп. Сегодня у нас даже нет обеда. Слышите? Слышите? Вот там вот бассейн. Работа кипит. Вернусь из того места, где я нахожусь, белая, потому что мы только работаем. Оля. На работу. На работу, как на праздник. Всем доброе утро. Вы уже знаете, да, что все эти видео появятся у вас позже, потому что мы приехали на съемки в какое-то очень потрясающее место, очень зеленое, красивое. Что у нас здорово, как? Какая территория красивая, ребят, смотрите. Не ожидали меня тут видеть, да? Так, тут нельзя ходить. А вот тут вот можно. Очень крутое место. Здесь очень все такое зеленое. Смотрите, тут горы. Потому что наш отель, он какой-то сухой. А здесь прям... Здесь пахнет летом, хотя тут сейчас... Бонжур! Бонжур, Ольга! У нас микро-пика на ланч перед ночными съемками. Снова в движении. Как всегда, без остановок по жизни. Мой график очень тонизирующий. В редких перерывах есть возможность восполнить пробелы и погрузиться в авторские истории. Когда классические, когда совсем новенькие. Главное, живые. Смотрите, какая находка. Storytel – отличная находка именно для меня, потому что моя жизнь – это смена городов и стран. Но в любой точке мира я могу взять свой телефон и открыть приложение Storytel. Очень крутое приложение. Тут даже есть, смотрите, выбор главного редактора. То есть тут надо полазать и очень много интересного найти для себя. Переходим по ссылке, скачиваем, пробуем и становимся умнее. Тем более 30 дней бесплатно. Поскольку мы всегда в кадре, будет очень странно, если я вернусь абсолютно белая. Поэтому, а поскольку здесь еще темнеет в 4:30 и в 5 уже холодно, обедаю я сегодня на солнышке. Оно вот-вот закончится, но хотя бы немножко, чтобы ножки позагорали. Обед у меня легкий, салат и немного говядины. Там все, я исключаю булочки, все убираю и... С сегодняшнего дня, со вчерашнего даже уже четко, конкретно слежу за фигурой, чтобы ни в коем случае не потерять форму. Для меня это очень важно, потому что я слежу за фигурой с 13 лет. Закат. И мы едем на съемки. Увидимся по традиции вечером. Такое, конечно, здесь спокойствие просто. Фух.
Вы представляете, это мы едем просто в отель. This lions? Yes. Это львы? So the mill is that one there. Where? The mill. Where the mill? Husband. Oh, husband. Oh, wow. Вот он, Лёва. О, её пальцы боюсь вытаскивать. Потягушечки. Ой, ты как красиво. Вы понимаете, что это просто в 3 метрах. Может быть, поедем? Кися. Это девочка, а мальчик сейчас муж. Вам. Видите, вот наша машина. Препятствия мы прошли, львы нас не тронули, но теперь я понимаю, когда мы говорили на сафари, что ни в коем случае нельзя выходить из машины, спрыгивать, потому что мы находимся реально в дикой природе. Дикая природа уже вокруг нас, мы в ней, она с нами. И как же круто приезжать домой, а уже это мой дом, потому что где я нахожусь, где я живу, там и мой дом. Плюс ко всему я занимаюсь любимым делом, поэтому это любимое место уже вдвойне, втройне, и несмотря на разные трудности бытовые, все в кайф. И как же круто приезжать домой не в 1 ночи, а в 10 часов. Это значит, что я сегодня, возможно, высплюсь, и, возможно, завтра с утра будет долгожданная тренировка, не вечером, потому что... Ну, вы уже поняли, да, что я взяла с собой все, кроме теплых вещей, но благо все хорошо, и у меня в номере уже достаточно тепло, у меня не номер, а домик, что я могу позволить себе даже пижамку, шортики и футболочки, мои любимые. Хочу немножко рассказать про уход. Когда буду делать полноценный уход, прям сниму отдельно, но пока я обхожусь хорошим умыванием и увлажнением. То есть очищение, увлажнение – самое главное для кожи девочки, ну и не только. Меня выручает любимая ампула Таркая. Смотрите, как это выглядит. Star Collection. Это очень классная упаковочка. Здесь прям... По дням. Сейчас, секунду. Вот. Сори. Видите, здесь прям золотом. Классный вообще. Набор ампул. Так. Star Collection. Тут прям все написано, какие ампулки для чего. Но top of the top – это Beauty Express. Это моя нычка. Пока еще все у меня хорошо. Видите, они одинаковые. Но это вот прям вот наносишь, и все, ты звезда. Это самые крутые ампулы. Всем спортивного доброго утра. Как я хотела позаниматься утром, но всегда был подъем мега рано. Сегодня чуть-чуть попозже, поэтому есть возможность начать день с тренировки. Ну что, только что закончила тренировку. Если есть время, все, что я делала, можно делать 2 круга. У меня была смешанная тренировка. 2 упражнения на ягодицы, 2 упражнения на ручки, 2 упражнения на пресс. Если вам интересно, могу прямо сейчас, пока буду на гриме, выложить, что я делала сегодня. Ну что, я начинаю тренировку. Она будет у меня сегодня смешанная. 2 упражнения на ягодицы, на ручки и на пресс. Все спят, мне некому снимать, поэтому... Вот так.
Первое упражнение. Я уже размялась, вы помните, да, я вам все показывала. Да? Итак, первое упражнение на ягодицы. Присед глубокий. Подносим ноги. Включаем кор. Продолжаем. Смотрим, повторяем. Итак, ласточка на правой ножке вместе с корпусом. Медленно. Выпад. Встали. Выпад. Загружаем правую ягодицу. Таких 12 раз. Сонечка, физкульт, привет. Спасибо, что присоединилась. Можешь повторять за мной. Итак, оператор в деле. Ольга Бузова продолжает тренировку на ягодице. Мы сделали, да, на правую ножку. Продолжаем ягодицы. Итак, приседаем. Встаем в сторону. Прямая нога. Приседаем. Встаем в сторону. Таких тоже 20 раз. Приседаем, встаем. Итак, после этого делаем на левую ножку ласточку. Делаем на правую, теперь все на левую. Вместе с корпусом наклоняемся. Раз. К себе. Выпад. Двенадцать раз. Раз. К себе. Выпад. Все медленно, на контроле, статика, равновесие, дыхание, колено, за все следим. И кор, чтобы работали все группы. 12 раз. Нам резиночки, цепляем за ножку, ноги прямые, работаем над плечевым корпусом. Сначала правая рука, левая в сторону и ладонь вниз. Отводим плечо и лопатки работают тоже. Раз. Тринадцать. О, Господи. Двенадцать. Ну, можно и 13. 12 раз. Смотрите, как нужно. Плечо. Тяга. Лопатки. Дальше остаемся. Да, на правую ручку сделали. Теперь промежуточное упражнение на плечевой корпус. Берем нашу резиночку и как можно сильнее растягиваем и не до конца сводим, а держим напряжение. 12 раз. Ноги прямые. Смотрите. Видите, я не до конца соединяю. И продолжаем. То же самое с нашей левой ручкой. Ладонь вниз, цепляем за ножку. Как раз посмотрите, как нужно правильно делать упражнение. Правая ручка в сторону, ладонь вниз, плечо. И отводим, смотрите, соединяем лопатки. Раз. Видите, выводим, работаем над плечевым корпусом.
Четко. Так, ну а теперь упражнение на кор. Резиночка, вставляем ножки, лопатки. Ой, поднимаем, уже тяжело. И правая, левая. Растягиваем резиночку. Шестнадцать раз. Очень эффектное упражнение на пресс. 8 на одну сторону, 8 на другую. Работаем над боковым прессом живота и вообще над всем. Итак, если правая рука, то левая нога. И сначала колено. Разгибаем. Колено. Разгибаем. 8 раз. И другая ножка. Колено. Все на выдохе. Это очень эффективно и сложно. Поможет Бог, меня спасут подруги, от тебя чужие губы, ноги. Но встреча со мной завтра звонишь. Привет, не внятно в телефоне, попасть. Мой номер, ты пьяный и не скромный, но ты давно уже не входишь в мой. Завязывай, смотри, мой сторис. Сделал акафон. Ты что меня стоишь? Мой сварфера, сварфера. Жаль, что раньше я так не умела. Завязывай, смотри, мой сторис. Сделал акафон. Ты что меня стоишь? Мой сварфера, сварфера. Жаль, что раньше я так не умела. Оля. Ну что? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Я сегодня встала, позанималась спортом, сфоткалась в купальнике. Ты искал идеальную, вот она я. А теперь работать. Муа! А, сначала по заду. Ну, жарко сегодня, да? Завязывай смотреть мой сторис. Слева око в комнате, что меня стоишь. Мой спать влево, спать влево. Жаль, что раньше я так не умела. Завязывай.
моя девочка, Соня, ты четкая. Я вентилятор. У нас сегодня просто мега жара. Но прикол в том, что в 5 будет все равно холодно. Самый лучший контент у меня. Больше ничего не могу показать. Ну, вот, ловите ножку. Найди в этом видео что-то особенное. Пиши в директ. И я поставлю лайки на последние 3 публикации. Жду. Очень красиво. Такие виды, конечно, каждый день. Как же без моих закатов? Тем более, когда есть возможность на них посмотреть. Так дальше я не пойду, это dangerous, это опасно. Вот. Ой. Как это красиво. Просто мы в дикой природе. И из любого места может выйти жираф, лев, обезьянка, буйволы. Очень красиво. Немножко климатологии, ну, географии. Сейчас зима здесь, и вообще-то 1 января, 20 июля у меня будет здесь день рождения. И почему нету зеленых деревьев? Потому что тут нет сейчас дождей. То есть летом, когда да, здесь лето, здесь днем душно, жарко. Ночью холодно и нет дождей. А когда у них зима, а у нас лето, здесь дожди, влажно, и поэтому очень много красивых видов и очень зеленое все. И хватает, конечно, немножко красок именно, да, но снимать невозможно зимой, нашей зимой, потому что здесь очень много дождей. Вот, и так достаточно комфортные условия для того, чтобы снимать для вас лучшее шоу. Нет, чемусь лёчки. Ой, ты господи. Ты господи, привет. Привет. У меня нет чего. Это что за чудо? Просто у нас тут ходит. Вы понимаете, это же просто, я не знаю, у меня щенячий восторг. Это вот я пришла, вот я только что там стояла, вам показывала, и вот я зашла в отель. Вот они просто здесь ходят и кушают листочки. Ты такой красивый, смотрите. Он безобидный, он красивый такой. Просто, а вот еще кто-то. Вы понимаете вообще состояние мое? Это просто до слез. Чудо. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ.
когда освободилась раньше, есть время сходить на массаж. Но вы понимаете, что нас всегда провожают с фонариком, потому что мы прям в джунглях. Ну, вы знаете, очень-очень даже неплохо. Вообще прекрасное местечко. Правда, тут темно. Получается, что на улице практически. И позже ходить холодно, потому что на улице холодно. Но вот сейчас самое то после рабочего дня. Коротко мое вече. Тот, кто хочет, всегда найдет возможность за собой поухаживать. Тем более, когда ты знаешь, что месяц без уходов профессиональных, без косметологов, без спортзала, поэтому все сама, благо есть разные штучки, винтифлюшечки. Это масочка для рук, это масочка для лица, чаще. Буду завтра сиять. В условиях, когда ты месяц живешь без косметологов, массажистов, залов, все приходится делать самой, мне не привыкать. Поэтому у меня с утра был спорт, вечером спасибо большое, что появилась такая возможность сходить на массаж. И перед ужином очищение, увлажнение. И вот я могу наконец-таки пойти поесть.